Саныч, с победой, ваш комментарий по сегодняшнему матчу. Спасибо за поздравления, также наше поздравление всем болельщикам Родины. Игра очень тяжелая была, вот, и первый тайм получился такой обоюдоострый, и у нас были моменты для взятия ворот, и дверь очень хорошо атаковала. И без пользы, опять же, длинные передачи за спину нам, вот, и не всегда успевали подстраховывать, доигрывать в створе ворот. Вот. Но, опять же, удача где-то повернулась в нашу сторону. Вот. Хороший гол Агаева, конечно, соло его, дриблинг и удар в дальний угол. Ну, это его мастерство, хороший гол. Поэтому все довольны, едем из Твери с хорошим настроением. Ощущалась ли поддержка на трибунах за нашу команду? Да, конечно, отдельное спасибо тем людям, которые приезжают за нас. Их не так много, хотелось бы больше видеть. И мы своей игрой будем добиваться признания болельщиков, чтобы к нам приезжало гораздо больше ребят, поддерживали нас. А те, кто сегодня был на трибуне, большое спасибо. Тверь становится счастливым городом для нас? Ну, наверное, да. Становится счастливым. Вторая победа здесь. И дебютировали ребята, которые... Да, ребята, и что вот из Академии, и Борис, и Беляков, и Балабанов, которые сегодня вышли на небольшой период времени, но это их начало. Да, мы с ними следим за всеми ребятами, которые участвуют на КФК, в Академии, привлекаем их в тренировочный процесс. Поэтому сегодня возможность у ребят была выйти при сложной такой игре, и они сегодня себя проявили, и характер проявили, и какие-то индивидуальные моменты были неплохие. Поэтому тоже их можно поздравить. С победой! Спасибо.